Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того, как открыть то самое древо снов, некий аналог священной сакуры из Инадзумы, но это, как вы понимаете, уже в сумеру. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, асмя контент. Поехали. Ой, мои дорогие, не знаю даже с чего начать. Не получится просто так сказать, наскоку зайти в это все дело. Потому что что? А потому что появляетесь вы в Сумеру вот в этом месте. Вам нужно будет начать цепочку квестов. И поверьте, мои дорогие, к сожалению, это будет очень и очень долго. И, возможно, у вас будут связанные с этим проблемы. Поэтому я заранее специально записал для вас прохождение этих двух квестов. Первый квест. Встреча в лесу Араньяка. Том 1. И второй квест «Питомник грез» Араньяка, том 2. И только после этого, друзья, появится этот квест, который нам сейчас, собственно, и нужен. Я говорю именно про этот квест, который вы потом получите сразу. «Древо и сны». Пройдите к указанной точке. Мы сейчас находимся, если что, мои дорогие, в Ванаране. И сейчас покажу, как нужно будет идти. Помните этот домик по квесту? Если что, вот та самая статуя семи архонтов. Двигаемся, друзья мои, в эту сторону. И дальше нас ведет в пещеру. И вот, мы дошли. Древо снов Ванарана. Отдайте собранные вами печати Дендра, чтобы все это дело, собственно, прокачивать. Древо открылось. Камни истока и все остальное. Древо снов Ванарана. Преподнесите древо снов в Ванаране печати Дендра, найденные в странствиях по Сумеру, чтобы повысить его уровень и получить взамен ценные предметы. Ну, грубо говоря, как та же самая великая сакура в Инадзуме. Ну, как видите, символа Дендра у меня прям, так сказать, маловато. Прям конкретно маловато. Ну а по наградам на втором уровне уже доступны молитвы и различные всякие заготовки оружия центральных земель, так же, как и в Инадзуме. То есть, грубо говоря, все, что было в Инадзуме, здесь примерно будет то же самое, только исходя из того, то, что здесь Сумеру. И на карте, конечно, будет отмечаться, и вы можете туда телепортироваться совершенно свободно из любой точки Тейвата. Или Тейвата. Вроде Тейват, правильно. Напишите, как правильно, в комментарии, спасибо. И да, после того самого второго квеста, ну, том 2, который, история Ранар не заканчивается, там еще довольно много, я, наверное, буду снимать, потому что там тоже по-любому будут какие-то вкусняшки. И, надеюсь, видео, которое я прикреплю в описании под видосом, которые показывают, как проходить те два квеста для доступа к данному древу, будут вам понятны, и если у вас будут какие-то вопросы, там будут ответы. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по Геншину, конечно же, где уже свыше 160 видео по данной игре. Со временем, конечно, видосов будет больше, потому что в этой игре довольно много таких непонятных моментов, куда идти, что делать, почему не работает квест, головоломки и прочее, 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 прочее. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. И, конечно же, если хотите поддержать меня, канал, контент, который выходит, в описании под видео будет ссылочка на Boosty, либо же на привычные для вас, скорее всего, донаты. Это, если что, не обязательно, чисто просто поддержать. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи!